как ты пришел к сыну и семье, если можно, у меня много вопросов в связи да. с новым статусом, потому что двое детей – это не один, сын – это не дочь. Да. Во-первых, появилась ли у тебя новая татуировка в связи с рождением да. сына? Покажи. Здесь написано «Ева и Даня». Вот, пожалуйста. Кстати, я ее сделал в Днепропетровске. В прошлый раз, когда мы приезжали на день пирса, я сделал татуировку в Днепропетровске. В Днепре, прошу прощения, никак не могу привыкнуть к новому названию города. Он же здесь Днепр с удовольствием. Вот, ну, если говорить о моем статусе, я счастливый отец двоих детей. Что изменилось? Стало ли ты больше бывать дома или наоборот? Ну нет, я не стал бы бывать больше дома. График как был концертный, и как были какие-то постоянная занятость, она и осталась. Я стал больше бывать с дочерью. Для того, чтобы разгрузить свою супругу, я иногда забираю Еву на репетиции или на съемки. И она больше времени проводит со мной. Колыбельные успеваешь ли петь сыну, и другие ли это колыбельные, которые ты любишь? Как правильно вы, Оля, заметили, сын не дочь, ему нафиг не нужны колыбельные. Его главное, чтобы его оставили в покое. Это совершенно другой ребенок, он не такой, как Ева. Если Еву нужно было там укачивать или еще что-то постоянно уделять ей внимание, брать на руки, то Даня, он очень спокойно, он тебя смотрит и говорит, оставь меня в покое, я буду спать. Ему даже соску, засыпает. Ну, не знаю, посмотрим. Три месяца продолжается именно так. Ева ревнует? Нет? Да, Ева ревновала первый месяц очень сильно. Но мы избрали тактику вовлечения. Мы все, что любые какие-то действия, которые мы совершаем по отношению к Дане, мы привлекаем ей. Памперс меняет Ева, приносит чистый Ева, уносит грязная Ева. То есть она у нас такая, прям она его очень любит. И после того, как мы начали ее больше вовлекать в процесс, она как-то успокоилась. И причем стала даже больше послушной, чем была раньше. Ну,